Всем привет, с вами Тоня, и вы на моем канале. В этом видео я хочу попробовать сделать такой эксперимент. Я раньше ни разу не укореняла бегонию в воде, не размножала ее. Вот есть у меня такой экземпляр, это бегония фиста. Не так давно я срезала ей лист и поставила на укоренение в воде. Вот он, этот листик. Смотрите, как разрослась красавица бегония. И я решила попробовать получить еще один экземпляр. Поставила я около 3 недель назад в чистую воду лист. Предварительно, значит, я срезала лист, подветрила ему край по аналогии, как с размножением фиалки из листа. И поставила в чистую воду. Прошло около 3 недель, и появились вот такие прекрасные корешки. Посажу я бегонию в грунт, в универсальный грунт, который смешаю с агроперлитом, и посмотрю, как быстро эта бегония даст деток. Понаблюдаем вместе. Видео будет состоять из нескольких частей. Итак, и оставайтесь со мной. Посмотрим, как будет продвигаться этот эксперимент. Вот такой грунт я составила. Здесь универсальный грунт, агроперлит, и добавила немного пенопластовых шариков для воздушности. И сейчас посажу вот этот черенок, маленький прозрачный стакан. Итак, я посадила листовой черенок, который укоренила в воде, в составленный грунт. Сверху полила водой, в которой укоренялся этот черенок. Обязательно пишу дату, упаковываю в пакет и вешаю на стеллаж в сторону, которая обращена к окну. Я думаю, что укоренение, вернее, появление деток будет не так быстро, так как сейчас осень, световой день идет на убыль. Но тем не менее, я хочу провести эксперимент. Скоро я включу фитолампы, и где-то в октябре, если до октября не появятся детки, этот листовой черенок отправится под фитолампу. Но пока он будет обращен, просто висеть на стеллаже, обращенным к окну. И посмотрим, что будет дальше. Вот таким образом я разместила листовой черенок укорененный на стеллаже. Пакет закрепила прищепкой. Вот так на проволоку повесила. И вот так он будет висеть, пока не образуются детки. Здесь создана оптимальная влажность в пакете, что должно способствовать появлению деток. Укореняю лист первый раз, поэтому тоже самое интересно, когда появятся малыши. Прошло 10 дней с момента посадки в грунт укорененного черенка бегонии. В тепличке он вот так выпустил поверхностные корни. Ну и, как я вижу, вот корень пошел уже в грунт. Корневой системы еще мало. Буду ждать, когда же появятся детки от этого листа. Прошло 2 недели, я вытащила листовой черенок бегонии из теплицы. Что я наблюдаю? Это активный рост корней. Посмотрите, как он оплетает грунт. Сам листовой черенок заметно увеличился, и я решила отрезать от него примерно 1/3. Так я обычно стимулирую листовые черенки фиалок к получению деток. И вот решила попробовать также на бегонии. Я посмотрю, что это даст. Простимулирует ли этот черенок на появление деток. И буду дальше за ним наблюдать. Сейчас обратно его поставлю в тепличку.
Прошло 7 дней с момента того, как я обрезала 1/3 от листового черенка бегонии фиста. И сегодня утром меня ждал приятный сюрприз. Это, кстати, посмотрите, как разрослась под фитолампой бегония фиста, материнское растение. И посмотрите, что я сегодня увидела. Я увидела появление маленьких деток у основания листового черенка. Следовательно, такой метод, как я применяю для фиалок, он подошел и для бегонии. Детки появились спустя неделю. Вот так. Вот здесь, кстати, я еще подрезала после того, как видео сняла, подрезала еще часть. Кстати, когда я отрезала, этот черенок простоял где-то минут 30-40 без теплички. Срез подсох, и я только тогда поставила в тепличку, чтобы не началось гниение. Ну что, победа, можно сказать. Буду выращивать и покажу в каком-нибудь обзоре, как поживают вот эти малыши. Сколько будет деток, тоже посмотрю. Для меня это тоже дебют, первый раз. Я получаю из листового черенка вот такую красоту. Всем спасибо, кто был со мной, всем, кто досмотрел до конца это видео, дождался вместе со мной результатов. Всем пока!